Всем привет, это Агитпро по-живому. Давненько в нашей студии не было гостей из Уфы. Это шутка, конечно, потому что по необъяснимой причине именно Уфа поставляет участников нашей передачи в конвейерном режиме. Рауф Фаткулин, руководитель марксистского кружка «Энгельс», город Уфа. Добрый вечер, Рауф. Спасибо за то, что проделал такой большой путь для того, чтобы предстать перед наши светлые очи. Спасибо, что пригласили. У нас заочно в левых кружках, объединениях, партиях ведется некоторая дискуссия. Собственно, это и объясняет, почему пригласили. То ли, значит, нужно основной упор делать на теорию, потому что плохо мы теорию знаем, а без теории, как известно, смерть. То ли все-таки хватит болтологии, хватит точить лясы, хватит просиживать зады в библиотеках, и надо уже чего-то делать, надо практикой подтверждать свои взгляды, свои убеждения. Как на это дело смотришь ты? Ну, дело в том, что такой вопрос, он вообще возникает из-за неправильного подхода к действительности. То есть рассматривать теорию и практику как какие-то две ряда положенные вещи, в которых можно выбрать либо одну, либо другую, это в корне неверно. То есть надо понимать, что теория, она существует только внутри практики, то есть не как нечто внешнее наравне с практикой, а именно внутри практики. И отсюда как раз-таки и возникает понимание, что нужно заниматься теорией именно для того, чтобы успешно осуществлять практику. И причем очевидность этого такого понимания, она всем понятна, когда дело не идет о марксизме, о революционном движении. То есть, когда мы говорим о какой-то вот практической деятельности людей в какой бы то ни было сфере, там, строительство, производство чего-то и так далее, то есть для всех понятно, что нужно учиться и нужно делать. То есть нам не нужны только там архитекторы, допустим, или только строители. Это работает только в целом, только вместе. Но когда мы, обращаем свой взор к вопросу о том, что делать касательно коммунистического движения, то у нас вот возникают вот такие вот проблемы, да, чем заниматься, только теорией или только практикой. Ну, просто когда мы говорим практика, понятно же, что эта штука небезопасная, да, практика означает, что нужно идти в народ, что нужно идти в трудовые коллективы, говорить с рабочими, нужно помогать учреждать профсоюзы, вести пропагандистскую деятельность, да, ведь не у всех и не всегда на это есть силы и необходимая решимость. Правильно. В то время как теория — это штука такая довольно расслабленная, можно поспорить, можно не совпасть во взглядах на диалектику, на Гегеля, на Энгельса, на Маркса, на какого-нибудь Грамши или Грамши, верно? И поэтому тех, кто занимается теорией, понятно, что, наверное, нужно и то, и другое. И поэтому тех, кто занимается теорией, нередко практики обвиняют в том, что они, такие крысы лабораторные, чурающихся реальных дел. Ну, совершенно верно. Такое мнение, оно имеет под собой основание, потому что мы можем встретить сотни кружков, в которых люди просто собираются вечером в пятницу, и вместо того, чтобы, как все нормальные люди, идти в бар, или в крайнем случае смотреть телевизор дома, они вот собираются и обсуждают Гегеля, Маркса, Энгельса, Ленина, кого бы то ни было, и, соответственно, обсуждают, и потом со спокойной совестью возвращаются к своим делам. Да. К телевизору к тому. Да. Но действительно, к марксистским кружкам, к коммунистическому движению такие люди имеют опосредованное отношение, и их отношение заключается в том, что они читают Маркса, а не Донцову, например. И, собственно говоря, вот на этом их участие, их отношение к коммунистическому движению заканчивается. Ты объясни, как надо. Теоретическая работа — это именно работа. То есть это нужно изучать, то есть не просто читать, для того, чтобы обсудить и поспорить. То есть всегда нужно понимать то, что, как я уже говорил раньше, то, что теория, она действительно существует как теория, только внутри практики. Именно подходить нужно к чтению именно из практических целей. То есть если вы просто читаете науку логики, потому что Ленин сказал когда-то, что нельзя вполне понять капитал Маркса, и так далее. Как говорит профессор Попов. Ну да, и профессор Попов в том числе. То есть если это единственное основание, почему вы читаете науку,
науку логики Гегеля, то лучше не делайте этого. Лучше пойдите в пятницу и посидите с друзьями. Это намного полезнее будет. А как надо, тогда еще раз повторю вопрос. Нужно подходить именно практически, то есть и в теоретических вопросах это играет огромную роль. Что значит подходить практически? Подходить вот берем практически. Науку логики, я ее открываю, у меня тут же ум за разум заходит там, на 10-й странице. Где я найду точку соприкосновения с реальной действительностью и с практикой в этой книге? Понимаете, в чем дело? Если вы подходите к науке логики, значит, в надежде найти, зачем вам читать эту книгу, то, на мой взгляд, это не совсем верный подход. Вам нужно до этого пройти определенный путь, в котором бы вы уже знали, пройдя который, вы бы уже знали, для чего вам нужна эта наука логики. Ну, то есть, никто же просто так не читает, я не знаю, там, телефонные справочники. Ну, есть, конечно, исключения, да, когда иногда люди читают состав освежителя воздуха, но мы эти ситуации откладываем. То есть, когда мы читаем любую книгу, опять же, да, если мы не касаемся коммунистического движения, то мы всегда знаем, да, зачем мы это читаем. Для чего нам нужен Гегель сегодня? Дело в том, что Гегель — это вершина философии. Вершина философии, которая подытоживает все ее предыдущее развитие. Тут поэтому, чтобы ответить вопрос, зачем нам нужен Гегель, нам нужно знать, что такое философия. Если вкратце, то философия — это наука о мышлении. Опять же, тут надо понимать, что понимается под мышлением. Под мышлением понимается отражение действительности. То есть не какое-то, опять же, да, рядоположенное. Вот есть у нас действительность, есть у нас мышление, и вот они как-то внешним образом друг другу, значит, взаимодействуют. А мышление — это то, что существует внутри действительности. И поэтому и оно существует, и суть этого мышления заключается в том, что оно отражает этой действительности. Собственной отдельной природы у мышления нету. Вся его суть заключается в том, что оно отражает. С этим определились. И вот философия, она как раз и изучает вот это вот мышление в его всеобщих формах. То есть вообще в чем заключается революционность немецкой классической философии, которую так хвалили Маркс, Энгельс, Ленин тот же самый, да, в 29-м томе «Философских тетрадях». Заключается в том, что если до немецкой классической философии, начиная там со стоиков, которые неверно интерпретировали Аристотеля, мышление понималось только в его речевой функции, в речевой форме. То есть то, что существует в речи, вот это вот у нас и есть мышление. Все остальное — это, то есть, либо какие-то воплощения уже этого мышления, то есть последующие, либо вообще никакое не мышление. Вот. И это формально-логическое такое понимание, оно вот просуществовало вплоть до немецкой классической философии. Но уже начиная с Канта появляется понимание о том, что что-то здесь не так. Почему вот эти правила, которые там созданы Аристотелем 2000 лет назад, они вот никак не развиваются, в то время как вся остальная наука сделала огромный шаг вперед. Кант, конечно, из этого сделал вывод о том, что, ну, собственно, формальная логика, она есть нечто завершенное. Но помимо этого он еще делает очень интересное замечание, которое и послужило развитию дальнейшему философии и, соответственно, появлению Маркса, но о Марксе чуть позже. Он замечает о том, что для того, чтобы существовала вот эта вот формальная логика, нужно что-то еще. То есть она из самой себя не может объяснить себя. Ну, ты понимаешь, что на тебя сейчас уставлены тысячи недоуменных глаз. Потому что мы ввели сейчас в разговор понятие формальная логика, не объяснив, что это такое. Мы говорим вроде бы о Гегеле, но уже отвлеклись и на Аристотеля, и на Канта. И все с нетерпением ждут, куда же Рауф нас приведет. Да, я сейчас все объясню. То есть тут у него появляется понимание того, что настоящими формами мышления являются не правила формальной логики, например, запрет противоречия и там производные от него еще три правила, а являются категории, ну то есть причина, следствие, сущность, количество, основание, их там очень-очень много. То есть вот это является действительными формами мышления. А формально-логические правила, они как бы надстраиваются на нем. И действительно, если мы посмотрим на
Ну, на самый простой вот силлогизм, да, аристотелевский, который во всех учебниках по формальной логике есть, значит, он звучит так. У нас вот есть две посылки. Все люди смертны, первая посылка. Вторая посылка. Сократ есть человек, и умозаключение из этой посылки. Сократ смертен. Так. Для того, что... Вот. И, значит, формальная логика, она объясняет там, как это... Почему, ну, то есть, каким образом у нас из двух истинных посылок получилась третья истина. Но формальная логика никогда не объяснит вам, что для того, чтобы вообще понять вот эти слова, вам нужно знать, как соотносится, например, единичное и многое. То есть, если вы не понимаете, что такое единичное и что такое многое, а в истории человечества были такие времена, когда люди просто еще этого не знали. И в истории каждого отдельного индивида существует такой возраст, когда человек этого еще не знает, ребенок. Если вы этого не знаете, вы не понимаете, как первые две фразы вообще друг с другом соотносятся. Если вы не знаете категории причины и следствия, то вы вообще не понимаете, что значит, что из истинности двух первых посылок выходит, следует третья посылка. То есть для вас... Ну, то есть представьте, что вы не знаете вот этих хотя бы категорий, да, для вас вот эти вот фразы, которые кажутся логичными, да, то есть что третье следует из первых двух, для вас это выглядит, ну, примерно как фразы «за окном вечер», «дважды два равно четыре» и «Лондон – столица Великобритании». То есть никакой связи нет. То есть я правильно понимаю, что категории – это кирпичи, из которых сложена формальная логика? На которых основана формальная логика. То есть это категории и связь этих категорий, да, законы диалектической логики, которая как раз вот и изучает вот это вот все, они являются законами мышления во всех формах, так. В том числе и в языковой форме. И заслуга Гегеля как раз в том, что, ну, там, то есть Фихте и Шеллинг тоже развивали вот это понимание, да, вносили свой вклад. Заслуга Гегеля заключается в том, что он показал, что мышление, оно, собственно говоря, существует не только в языковой форме. То есть, когда человек создает что-то, делает, он может даже это и не проговаривать, но тем не менее мы видим, что в продукте, который он сделал, заключено мышление. То есть, без мышления этого невозможно сделать. Так. Ну, или другой пример, да, то есть, если, допустим, ваша девушка говорит, что она вас любит, но при этом изменяет вам постоянно, то чему вы поверите, тому, что она говорит, или тому, что она делает? Понятно, что практика, практическая часть, она имеет больший вес по сравнению со словами. И она является отражением мышления тоже. Да, да, да. Так, так. Вот, и Гегель поэтому, показав, что... мышление существует не только в словесной форме, а еще и в других формах, да, во внесловесной, в практике, он говорит о том, что нужно искать, поэтому вот эти вот изучать законы мышления как такового, мышления вообще. Потому что если мы будем изучать законы только словесной формы, и говорить о том, что это законы, значит, присущие вообще всему мышлению, то мы этим впадем в иллюзию. Надо изучать всеобщие законы мышления. Да. Так. Да. Всеобщие законы мышления. И тогда мы поймем, и откуда берется эта формальная логика, и многие другие интересные вещи. И Гегель этим и занимается. Вот в своей «Науке логики» или в «Энциклопедии философских наук», и там по три тома, он изучает категории. Он изучает категории. Другое дело, что, будучи идеалистом, да, они у него там одна категория сама порождает другую, да, и в конце концов, значит, у нас вот абсолютный дух познает сам себя. Марксизм ставит Гегеля с головы на ноги, правильно? Да. И значит, категории превращаются во что? Категории превращаются в формы мышления. Но формы мышления, которые появляются не откуда-то там... Не из духа, не из воздуха, да. А из объективных обстоятельств человеческого бытия. Да, 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 из человеческой жизнедеятельности. То есть Ленин говорил о том, что категории — это миллионы раз, значит, повторенные человеческие операции, если я не ошибаюсь, я не очень силен в точных цитатах. Смысл такой, то есть человек практически осваивает действительность, и когда он... видит всеобщие вот эти вот связи, то есть связи, которые действуют не только в каком-то в узком сегменте его жизнедеятельности, да, которые наблюдаются и тут, и там, и там, и там, везде, то этот человек, вот он видит, что есть что-то общее.
общие связи. И вот так вот и появляются категории. То есть, например, в детстве у меня была такая ситуация, когда мы гуляли с отцом, и он у меня спросил: вот смотри, видишь, деревья колышутся, как ты думаешь, почему они колышутся? Я говорю: ну, потому что ветер дует. Он говорит: ну, хорошо, а почему ветер дует? Я так подумал и сказал: ну, потому что листья колышутся, и они вот как бы толкают воздух. Я был маленький, сразу скажу, это не недавно было. Вот. То есть здесь что мы видим? Мы здесь видим то, что человек еще не оперирует причинно-следственными связями, как всеобщими категориями. То есть понятно, что ребенок, он видит причинно-следственные связи, но на каком-то своем узком сегменте. То есть если он, допустим, наступит на игрушку, она сломается, он не сможет играть. Это у него есть. Дальше, если он там плохо что-то сделает, да, плохо поступит, его родители накажут. Это он понимает, но это еще не владение там диалектикой, да, диалектическими категориями. Если он, значит, видит вот эти категории как всеобщие, причем он может даже не знать там, да, вот это точное определение словаря, да, что такое причинность, что такое следствие, что такое субстанция, но если он понимает реальность, не зная определения, в соответствии всем опытом своего бытия. Да, да, да. Если он действует в соответствии с ними, то это значит, что он владеет этими категориями. Так, а это нам нужно для чего? Мы таким образом должны приблизиться к пониманию диалектики, к тому, что такое диалектика. Ну, на как бы на определенном этапе, да, да. То есть, тогда давай объясним, что такое диалектика, а потом расскажем, зачем она нужна марксисту, который руководит кружком в Башкирии, в Уфе. Диалектика. Дело в том, что диалектика, она со времен зарождения философии, она развивалась отдельно от логики, отдельно от теории познания. Это были вот три такие науки, которые как бы вот развивались самостоятельно, там как-то извивались и так далее. Но в марксизме они сливаются в одну большую науку. Неважно, как ее называть, диалектика, логика или теория познания. Как говорил Ленин, не нужно трех слов, это одно и то же. Диалектика как отражение всеобщих законов, там, природу, общества и мышления. И логика, современная диалектическая логика, да, то есть неформальная, не только которая характерна для языка, а логика, которая исследует мышление во всем его богатстве, во всех формах. Это то же самое, что и диалектика. Это те же самые всеобщие законы природы, общества и бытия. А вот скептики говорят, не существует таких всеобщих законов, это некая притянутость за уши, попытка выдать желаемое за действительность, за действительное. Как-то можно научно подтвердить, что эти законы действительно имеют всеобщий характер, диалектические законы? Ну, например, Энгельс всю свою работу, да, посвятил диалектике природы, в Антидюринге у него есть, в Людвиге Фейербахе «Концы немецкой классической философии», ну там поменьше, он посвящает, он показывает вот эти вот примеры, где они существуют, как они встречаются, да, как они действуют и так далее. То есть у Гегеля, например, его те же самые работы «Наука, логика, энциклопедия философских наук», они вот все об этом, особенно вторые тома и там, и там. Но дело в том, что скептики говорят, и даже субъективные идеалисты, они говорят то, что вообще этого мира, да, может не существовать, вы просто плод моей фантазии. Но тут опять же дело в подходе. Сказать можно что угодно. То, как человек действует, вот на что надо смотреть. А действует человек всегда в соответствии с теми или иными законами, в том числе и с законами диалектики. Ну, можно же всегда представить, что действие человека — это тоже лишь плод чьей-то фантазии. Представить можно все, что угодно. Но дело в том, чтобы посмотреть, как оно на самом деле. Здесь мы подходим к непримиримости взглядов двух концепций — материалистической и идеалистической. Это не совсем то, что нас интересует, но все-таки давай мы оборвали линию. Вот мы чуть-чуть проговорили, что такое диалектика, мы примерно поняли, зачем читать Гегеля, а дальше где же переход в ту самую практику, которая имеет отношение к нашей повседневной, ну, в общем-то, болезненной, тяжелой действительности. Мы слушаем тебя сколько уже? Минут 20, а пока ничего, что имело бы отношение вот к реальной жизни, где грязь, где борьба, где неравенство, где несправедливость, где смычка, где переход.
Смычка заключается в том, что теперь мы знаем, что нам нужно делать, чтобы правильно отражать эту действительность, как, чтобы правильно мыслить ее. То есть мыслить действительность так, как это делал Маркс. Адекватно отражать действительность в ее целостности, в ее развитии. Собственно говоря, что и сделал Маркс. Если брать экономическую действительность, то имеется в виду его работа «Капитал». Так, мы овладели методом Маркса, предположим, да? Пройдя через все те этапы, которые ты коротко описал. И давай применим этот метод к тому, что происходит вокруг нас сегодня, и где, наконец, будет практическая реализация того, что мы изучили. Практическая реализация как раз-таки и заключается в том, что мы смотрим эту действительность, мы хотим мы этого или не хотим, мы ее как-то отражаем. И чтобы действовать адекватно этой действительности, чтобы, опять же, преобразовать ее, да, а не просто объяснить, как это говорилось в тезисе о Фейербахе в одном из, чтобы преобразовать эту действительность, мы должны адекватно ее отразить. Так. Давай отразим нашу российскую действительность на примере, предположим, города Уфа. Ну, если имеется в виду экономическое, да, отражение, то есть, то мы можем посмотреть состав промышленности, который определяет все остальное. Ну, тут конечно, такой тонкий момент, потому что я сказал, что нужно отражать действительность в моменте, в плане ее развития и в плане целостности. И тут мы понимаем, что положение города Уфа, такое, какое оно есть в действительности, оно объяснено само из себя быть не может. Для того, чтобы понять, что происходит в Уфе в действительности, мы должны посмотреть, что Уфа, какую роль она играет, ну, скажем, в пределах России, а еще лучше в пределах мира. То есть, если мы не видим картину целиком... Давай посмотрим. Можно картину целиком? Да, мы Давай. Сейчас живем в капитализме, в его, как сказать, этапе, да, на этапе, известном как империализм. Но об этом уже Ленин подробно рассказывал и другие не менее известные авторы. Так. Соответственно, мы живем в канун социалистических революций. Так. И наша задача — содействовать им. Что заставляет нас думать, что мы живем в канун? Нет, ну, есть как бы огромное количество литературы, да, которые посвящены этому, которые подробно это освещают. Если говорить кратко, то мы живем в такое время, когда противоречия капитализма, они достигают своего наивысшего пика. И мы это видим сейчас, ну, повсеместно. То есть, если когда Маркс писал, да, когда говорят, что Маркс устарел, он там давно жил, он писал, когда еще происходила война между буржуазией и дворянством, вот, да, еще в те времена. И когда он говорил о том, что останется всего два класса, пролетариат и буржуазия, ну, некоторые так подумали, что у него не все в порядке с головой. Тем не менее, что мы видим сегодня? Мы видим сегодня, что пролетариат составляет абсолютное большинство населения. Это в среднем где-то 80-90% по статистическим данным от всего населения земного шара представляет собой именно пролетариат. То есть тут, конечно, пролетариат там делится, допустим, на сельский и городской пролетариат или там, на пролетариат умственного или физического труда, то есть там есть свои определенные деления, которые, ну, там для других научных целей, да, служат, ну, в конечном счете для практических, естественно. И есть небольшая горстка капиталистов, которые, если еще, опять же, во времена Маркса, они еще выполняли какую-то организующую роль, да, какую-то контролирующую, то есть выполняли какие-то полезные, так скажем, функции, то сегодня мы видим, что огромные транснациональные корпорации, в которых занято гигантское количество людей, которые производят гигантское количество продуктов, находятся в собственности у человека, который уже ничего не делает. Он не организует,
он не придумывает какие-то нерационализаторские решения, он не ведет учет и контроль, что там и как производится, и как, значит, производить дальше. Да? Он не, значит, не задумывается о том, как бы получше там что-то сделать, улучшить и так далее. Все это делает либо, значит, непосредственные производители, либо, значит, бухгалтера, да, какой-то административный корпус пролетариата, либо там топ-менеджеры. Ну, то есть возникает то самое проклятое главное противоречие капитализма между общественным характером производства и частным характером присвоения. Да. Хотя тебе скажут, что а вот нет, акционеры крупных корпораций уже давным-давно не устанавливаемы. Эти акционеры, ими могут быть пенсионные фонды, структура акционерного капитала размыта, и вообще сегодня гораздо выше роль наемных менеджеров, управляющих, нежели реальных собственников. И поэтому вся ваша марксистская теория как раз устарела, а мы живем совершенно другом, на совершенно другом отрезке, и, в общем, требуется новая теория. Акционерное общество, появление акционерных обществ, да, оно действительно есть такой этап, да, который отличает, значит, от первоначального такого капитализма, который еще был у Маркса, да, то есть появляется акционерное общество, но по сути они ничего не меняют, то есть люди, которые просто владеют, они наоборот даже подтверждают, то есть люди, которые владеют акциями, они получают прибыль, ничего при этом не делая. Но просто нет конкретного человека, который бы извлекал эту самую прибыль. Эта акционерная структура может быть чрезвычайно сложна. Капитал этот может быть распылен среди десятками и сотнями тысяч человек. И которые, кстати, нередко сами по себе являются пролетариями. Что на это скажешь? Ну, дело в том, что распыление, опять же, оно бывает разное. Я писал в 2015 году «Монополизация рынка автотранспортных перевозок». Тогда, если помните, были забастовки дальнобойщиков, вот, и часть левых и коммунистических организаций, они вот активно поддерживали, значит, эти протесты и говорили о том, что вот-вот-вот начинается, поднимается волна. Так, а ты спорил с этим? Да, я с этим спорил. Я показывал, что если я не перепутал цифры, да, ну, меня всегда можно прочитать и поправить. Общий смысл в том, что примерно 70% всех грузов, которые перевозятся у нас, осуществляются силами парка, принадлежащих самим компаниям, которые там производят этот груз. Остальные около 25%, может 23%, они принадлежат пяти крупнейшим компаниям, которые вот занимаются коммерческим перевозом грузов. И только 7% приходится вот на, значит, вот на этих индивидуальных предпринимателей, да, и так далее, на самозанятых. Ну, то есть ты по факту говоришь, что ничего не размазывается, все монополизируется, и рано или поздно крупные акулы все равно пожирают мелких. Они появляются, да, и неизбежно пожирают всю мелочевку. Да. Доля акций, которые принадлежат работникам, она ничтожно мала. Даже если есть какое-то распыление, то если мы посмотрим на структуру, например, дочерних, да, или даже внучатых предприятий, то все это концентрируется у небольшой кучки, значит, капиталистов, которые и владеют, по сути, этим миром, да, они им и управляют. А вот эта сверхконцентрация и концентрация капитала и есть то проявление всеобщих законов диалектики, которые позволяют нам постигнуть, правильно я понимаю? Одно из, скажем. Да. Получается, в материале политэкономии, да? Ну хорошо, вернемся к Уфе. Мы поняли, что Уфа лишь карта, небольшая точка на карте всеобщего нашего империалистического мира, да, там, вселенной нашей, частью которой является и Россия. И что мы из этого для себя какой вывод делаем? Ну, вы, марксисты, какой вывод делаете? Когда ты, наконец, приведешь нас к каким-то практическим шагам, которые должны вытекать из Гегеля? Вывод такой, что большинство населения, да, которое сегодня испытывает нужду или которое сегодня по тем или иным причинам пока еще не испытывает эту нужду, единственный для него способ избавиться от проблем, ну, в первую очередь экономических, но не только, то есть от большинства проблем, которые сегодня их одолевают, это участвовать в построении коммунизма. Ничего себе! А как ты это объяснишь вот
тем, кого ты встречаешь на улице? Это я как бы озвучил принципиальное решение этого вопроса. Естественно, что просто сказать, да, что там давайте сделаем там революцию, да, или там давайте жить лучше, это просто основной принцип. И проблемы, действительно, проблемы начинаются, когда это приближается к конкретным каким-то делам, то есть к последовательности этих дел, к направлению этих дел, да, какие дела нужно делать. И действительно здесь нужно смотреть и находить, да, вот конкретные практические решения, потому что даже то, что, допустим, действует в Уфе, наверняка в Москве претерпит кардинальные изменения. Ну, построение коммунизма в отдельно взятой Уфе ведь невозможно. Нет. Невозможно. И даже в отдельно взятой России невозможно. Нет, невозможно. Соответственно, мы говорим о каких-то глобальных процессах. А что заставляет тебя думать, что эти глобальные процессы приведут вот к этим качественным изменениям именно в России и именно в Уфе? О каких глобальных процессах речь? Ну, о том, что называлось когда-то социалистической, неизбежной социалистической революцией. Ну, как мы говорили, да, существует вот это фундаментальное противоречие, которое там проявляется в производных от него противоречиях. Да, но эти противоречия должны иметь какой-то запредельно острый характер для того, чтобы произошел качественный переход, верно? Да. Они имеют такой характер в нашей стране? Конечно, они имеют. Просто надо теперь уже смотреть не только в целостности, да, но и в развитии. Примерно раз в 7-13 лет происходят кризисы, который показывает всю абсурдность ситуации с капитализмом. То есть, когда у нас на одной чаше находится очень много продуктов потребления, а на другой чаше находятся люди, которым эти продукты потребления нужны. Но они не могут соединиться друг с другом. Если помните, недавно, месяц или два назад, у нас где-то во Владивостоке, по-моему, ну, где-то на Дальнем Востоке, значит, выбрасывали, да, уничтожали икру. Да, совсем только что. Это, по-моему, по любым меркам, это абсурдная ситуация, когда у нас в мире огромное число голодающих. То есть уничтожается еда, и когда существуют голодающие. То есть сам вот этот, просто один вот этот даже факт должен заставить задуматься людей, почему это так? Почему так происходит? Но это происходит именно потому, что мы живем при капитализме, при котором люди не могут просто так соединиться с тем, что им нужно. Ну, слушай, это, конечно, хлесткий пример, но его недостаточно для того, чтобы объяснить. Это не то противоречие, которое должно привести к взрыву и к какому-то качественному изменению, согласись. Ну, кризисы, они происходят, ну, то есть и то, что я привел, это еще не кризис. Вот когда это происходит во всемирном масштабе, в глобальном масштабе, когда человек, не один человек, да, а тысячи, миллионы людей хотят просто работать, но работы нету, и капиталисты им хотели бы дать работу, но они не могут ничего сами сделать. То есть, если говорить конкретнее, то раньше, чем всеобщее очередное, случающееся в 7, в 13 или в 30 лет раз кризис, раньше, чем он начнется, рассчитывать на то, что люди поймут то, что ты проповедуешь, не стоит, потому что не будет объективных предпосылок к тому, чтобы они воспринимали эту теорию, эту диалектику. Правильно? В массовом порядке – да. Но тут надо понимать, что, опять же, у нас пролетариат делится на две части. То есть есть работники физического труда, есть работники умственного труда. Ну, то самое разделение труда, которое и должна уничтожить коммунистическая революция. И поэтому люди, которые занимаются физическим трудом, они не хорошо знакомы с какими-то вот теоретическими вот этими вот всякими построениями. Им Гегели никакие не нужны. А люди, которым Гегели нужны, они не выходят из-за своего рабочего места компьютерного? Они просто понимают это чуть раньше. То есть люди, поскольку их жизнедеятельность зависит от того, что они вот там либо с цифрами там работают, либо вот с какими-то другими вещами, которые пощупать нельзя, они видят, что постепенно с миром становится что-то не то. Они просыпаются первыми. Но вот совершить вот эту вот смычку между вот этими вот людьми, которые работают в сфере теории, да, и людьми, которые занимаются физическим трудом,
Вот в этом как бы вся проблема. То есть если соединить революционную теорию с рабочим движением, вот тогда происходит... Чем-то мне это напоминает разделение между пролетариатом и крестьянством до революции, когда пролетариат был передовым классом, и его в первую очередь насыщало идеями, передовая, пусть даже чуть буржуазная интеллигенция, а он, соответственно, тянул за собой крестьянство. А здесь теперь творческая часть пролетариата, и пролетариат, занятый техническим, сугубо физическим трудом, которому не до теории. И одна половина должна опылить другую. Так получается? Ну, так получается, потому что у нас на сегодняшний день уже крестьянство практически не существует. У нас сегодня существует сельский пролетариат. То есть в вашем же, по-моему, видео было показано... к сожалению, не помню уже название, да, огромный холдинг, то есть там нету людей, которые с плугом там окучивают свой небольшой участок, то есть там есть огромный холдинг с огромным капиталом, с большими дорогими средствами производства, который теперь уже и занимается производством сельскохозяйственной продукции. Тогда возникает вопрос, как преодолеть пропасть между одними и другими? И возможно ли какие-то действия, направленные на изменение общественного порядка, общественного уклада, любой из этих половин независимы друг от друга? Ну, грубо говоря, наши офисные, вдруг воспылавшие интересом к марксизму, клерки, служащие, интеллигенция, IT-специалисты и так далее, способны что-нибудь изменить сами по себе? Сами по себе они изменить не способны. Как я уже говорил, нужна некая смычка революционной теории и... рабочего движения, то есть вот этого стихийного недовольства, да, действительностью. Как это сделать? Ну, каждый вот предлагает какие-то свои варианты. То есть мы видим это так, что нужно сначала вообще-то воспитать вот эту интеллигенцию, да, которая и уже и сможет что-то полезное сделать для рабочих. То есть Чернышевского или... даже не Плеханова, хорошо, Ленина, нужно сначала воспитать, вырастить, а потом уже будет все остальное, грубо если говорить. Если очень грубо, то да, тут проблема в том, что Ленин, он тоже появляется не на пустом месте. Вот, например, некоторые тоже теоретики марксизма, они говорят о том, что зачем вам эти кружки, давайте делать партию. Все говорят кругом, вот сейчас вот ты... сейчас вот вещаешь, а люди строчат комментарии под тобой. Что это такое? Давайте делать уже что-нибудь. Хватит говорить. Да, да. Они так говорят. То есть они говорят, зачем нам эти какие-то допотопные кустарные методы? Вот даже и Ленин писал, да, что делать, что надо уходить от кустарщины. И такое понимание, оно действительно, оно имеет под собой вот некоторый вес, да, имеет, опять же, цитаты имеет под собой не только у Ленина. Даже если мы посмотрим из некоторых историков революции, например, Мартова, ну это меньшевик, потом экономист Акимов Махновец, ну экономист не в смысле сферы занятия, а в смысле то, что он сторонник экономизма был, то они говорят о том, что, то есть они вот эту картину развития революционного движения рисуют так, что вот, значит, были... социал-демократы, они сидели в своих кружках, изучали там Канта, что-то спорили, у них ничего не получалось, рабочий к ним не шел. И тут они поняли, надо говорить проще. Надо, во-первых, говорить проще, во-вторых, надо идти от проблем самих рабочих, а не сразу им там про прибавочную стоимость и про отчуждение и так далее, про субстанцию. Вот. То есть у них представляется это дело так, что, значит, сидят социал-демократы в ресторане, и, значит, их задача выбрать вот из меню правильный вариант. Но, опять же, если мы подойдем с точки зрения марксизма, рассмотрим, опять же, в целостности и в развитии, то мы увидим, что для того, чтобы говорить на понятном языке, чтобы правильно подойти к рабочему, да, и вывести его на понятный уровень, то мы... должны, то это кто-то должен сделать. Ну да, главное, чтобы рабочий, услышав все это, не сошел с ума и не решил, что ему вообще какую-то тарабарщину пытаются втюхать. Так вот в том-то и дело, чтобы сказать что-то проще, нужно сначала знать, что сказать. И задача кружкового этапа, она в том и заключается, что люди осваивают уже выработанную теорию. А она у нас что, не выработана сейчас? Она не выработана. По основному вопросу философии
Ну, не знаю, ну, примерно 80% людей просто знает там, что там, бытие определяет сознание. Все. Не могут сказать там по политэкономии такую фундаментальную вещь, что такое стоимость. Ну, то есть сказать могут, но не понимают, что это такое. То есть основные фундаментальные вещи еще не поняты. Людьми или теоретиками? Теоретиками. То есть с теорией все плохо? С теорией, ну, вот, так скажем, в массе все плохо. А значит, нести в массу нечего. Да. И потому мы не сделаем шага к практике до тех пор, пока мы не разберемся хотя бы в общих чертах с теорией. Правильно я тебя излагаю? Верно. И значит, нужно что, плодить кружки по всей стране сейчас? На данном этапе, да. Тогда тебя неминуемо обязательно, как и меня, обвинят в оппортунизме. Потому что кругом вон что происходит. Желтые жилеты, пенсионная реформа, недовольство, разочарование, озлобление. А ты забираешь всех маломальски мыслящих и разумных молодых людей и строем ведешь их в библиотеку. Оппортунист. Дело в том, что... То есть это на руку, создание... на руку правящему классу? Выгодно? Дело в том, что, когда я говорю создавать кружки, это не значит, что вы там должны, я не знаю, там развестись с женой, выгнать собаку и, значит, заниматься только кружками, да, и не ходить на работу. Имеется в виду, что нужно создавать кружки. И тут как бы неправильно из этого делать вывод, что нужно создавать кружки и больше ничем не заниматься. То есть, естественно, отстаивание своих прав хотя бы как пролетариев – это обязанность наша, ну, всех пролетариев. То есть это что, участие в профсоюзной борьбе? Участие в профсоюзной борьбе, участие в каких-то в акциях, ну, то есть уже не объединенных узкими профессиональными рамками. То есть этим всем нужно заниматься, но помимо этого, необходимой частью, без которой дальше этого не пойдет. А мы знаем, да, то есть, когда мы читаем Энгельса, например, «Развитие социализма от утопии к науке», его же работу о положении рабочего класса в Англии, мы знаем, что история профсоюзов — это история поражений, которая изредка сменяется временными успехами. Из этого следует что? Из этого следует то, что вот в этой вот практической борьбе пролетарий просто уже убеждается, что ему, что профсоюзы, они недостаточны. А, так профсоюзная борьба, выходит, нужна для того, чтобы пролетарий разочаровался в ней и понял, что требуется больше? В том числе и для этого. Почему так разрознено левое движение? Кружки вроде бы появляются, мы видим это сами. У нас то один, то другой гость представляет уже возрастную категорию 20-25. Их стало много, ютуберов теперь, проповедующих марксизм, очень много, и они уже кусают серьезно за икры и пятки либертарианских блогеров, капиталистических, разных там навальновских блогеров. Да, они уже серьезную конкуренцию составляют, и качественно наполнение этого YouTube-сегмента марксистского уже сильно поменялось. Но тем не менее, между всеми этими людьми, во-первых, они выглядят как индивидуалисты, они нередко ведут себя как эгоисты, и в целом вся наша вот эта так называемая условная левая поляна больше напоминает болото, где каждый кулик хвалят свою кочку и готов выклевать глаза соседу. На мой взгляд, это просто временное явление, поскольку у нас теоретическое направление, теоретическая сторона коммунистического движения только-только зарождается, она и не может пока зарождаться как вот нечто сразу сформированное, единое. Поэтому сегодня мы видим вот такие вот разные оттенки, да, людей, которые с разных сторон приходят к этой теории. То есть нельзя, чтобы что-то родилось, пока ничего не зачато? Да, действительно. И вот в этой вот, вот в этом движении, да, которое пока еще происходит стихийно, будут выделяться какие-то, как сказать, конгломераты, да, то есть люди будут сходиться, расходиться, и то, что получится в итоге, вот то как раз и можно считать вот этой вот действительно современной коммунистической теорией. Которая даст впоследствии современную коммунистическую партию? Да, соединившись с рабочим движением, она даст современную коммунистическую партию. Но пока об этом говорить рано, понимаете, пока у нас не существует какой-то
Ну, хотя бы базовой, да, подготовки, которая бы была широко распространена, об этом пока рано говорить, вот о какой-то единой партии. Может, вам надо написать новый учебник, там, новый краткий курс истории ВКПБ, новый учебник политэкономии, вместо того, чтобы сидеть и вырабатывать там, очередную инкарнацию марксизма, вам необходимо эти прописные истины разъяснить, донести в доходчивой пропагандистской форме до людей и дальше уже быстрее что-то создавать, потому что есть вообще время вот так вот разглагольствовать. Дело в том, что они уже разработаны и существуют. Проблема Буквари. Не в этом. Да, проблема не в этом. Проблема в том, что просто прочитав учебник, в котором, в принципе, все правильно написано может быть, прочитав этот учебник, вы не овладеете марксизмом. Вы овладеете марксизмом на словесном уровне. Потому что, ну, я скажу, большинство... Не буду говорить все, потому что я все учебники не читал. Но все, которые я читал, учебники, они, по сути, не учат. Они дают готовые ответы. И поэтому никакого понимания, понимания действительных практических вопросов там нет. Вы хотите научить мыслить по-марксистски? Научить думать по-ленински, что ли? Да, именно так. Если мы добьемся хотя бы этого успеха, да, то мы сможем уже говорить о чем-то большем, да, о каких-то практическом применении вот этого вот, как сказать, появившегося мышления, что ли. А вот, извини, пожалуйста, 100 лет назад-то что, у рабочих было такое понимание, или оно было просто адекватно той исторической ситуации? 100 лет назад... Ну, это уже... Ну, 100 с лишним лет назад. Нет, изначально его, естественно, не было. Ну, я думаю, все уже знают, да, всех, кто хоть как-то интересовался историей рабочего движения, что там вплоть до июля 17 года там рабочих просто, которые, значит, приходили на заводы агитировать, большевиков, не рабочих, большевиков, которые приходили агитировать на завод, их просто избивали и выгоняли. То есть партия была маленькая? Партия была маленькая, она, ну, можно сказать, даже какая-то там была третьесортная, да, вот на такой, на субъективный взгляд обывателя того времени. Никто не предполагал, что это будет именно та партия, да, которая суждено будет вершить судьбы истории. Именно так, и именно вот этот вот короткий период с июля 17-го, да, по октябрь 17-го, то есть у нас получается, что партия как раз-таки за такой короткий период набрала себе сторонников и стала именно той силой, которая и перевернула мир. Ну, к этому времени она состояла не только из теоретиков, она состояла из практиков, из людей, которые шли в тюрьмы, из людей, которые издавали газеты, из людей, которые перемещали там по подземным переходам типографии и так далее, и так далее, и так далее. Все эти люди, они были уже так теоретически подкованы для того, чтобы в этом участвовать. То есть они также долго ждали, сидели, учились и только потом начали действовать. Ну, нет, опять же, нельзя сказать, что они вот сидели до июля, значит, в кружках, а, значит, читали там Гегеля, Канта, да, и только потом, значит, вот вышли в июле 17-го, со своей там готовой программы, вот слушайтесь нас, идите за нами. Нет, конечно, они, большевики, помимо этого, они и доказывали рабочим не только теоретически, но и они и участвовали, и организовывали забастовки, и какими-то другими методами они показывали свою, как сказать, решимость, что ли, они показывали то, что они этот рабочий класс, они его не предадут. И рабочий класс пошел за большевиками после того, как все остальные, ну, как мы помним, да, там во временном правительстве, все остальные предали рабочих. А есть время для того, чтобы вот ждать, пока новый наш рабочий класс, умственный, неумственный, неважно, созреет? Не произойдут какие-то серьезные потрясения раньше, чем созреть? Я не знаю, есть ли у нас времени или нет. Я знаю, что выбора у нас нету. Вы не можете просто так взять и создать массовую партию, пролетарскую массовую партию, которая, значит, вожди которой не предадут этот рабочий класс и которая совершит таки социалистическую революцию. То есть вы можете создать популистскую партию, которая, допустим, в какой-то момент пойдет на соглашение с буржуазией,
Да? Да. Или, ну... или просто прямо перейдет на мелкобуржуазные позиции, но вы не создадите в подлинном смысле коммунистическую партию. Я правильно тебя понимаю? Да, правильно. То есть надо же понимать, что коммунизм — это вообще высшая форма демократии. И эта демократия, она не падает как-то сверху. Она достигается за счет того, что люди массово имеют представление, ну, не только из-за этого, но в том числе и из-за этого, как своим необходимым моментом, они имеют то обстоятельство, что люди массово понимают, что происходит и зачем это происходит. Сегодня в России коммунистических партий нет? Нет, нету. Ни одной? Ни одной. Что нужно делать? Чтобы создать коммунистическое движение, нужно ориентироваться на четыре принципа. Первый — это массовость, второй — это активность, третий — это организованность, четвертый — это понимание. Именно на четыре в их единстве. То есть если у вас будут каких-то три принципа, да, и исполняться, но какого-то одного не будет, у вас ничего не получится. То есть массовость, я думаю, это всем понятно. Имеется в виду, что там один человек, он даже диван не перетащит. Нужен второй. А уж говорить о таких сложных задачах, как создание той экономической формации, которую еще никто не достиг, ну, сами понимаете, нужны огромные массы людей, которые будут действовать. Да, огромная масса людей, которые будут действовать. И, собственно говоря, действие, да, активность — это второй момент необходимый. То есть от того, что у нас много людей недовольны пенсионной реформой, и то, что они, значит, сидят там, я не знаю, по квартирам, по барам, на работе, и все словесно, опять же, высказывают свое недовольство, от этого пенсионная реформа не перестанет существовать, ее никто не отменит. Надо понимать, откуда вообще взялись те характеристики, да, которые мы имеем у пенсий. Почему люди там раньше выходили, там, допустим, почему люди выходили раньше в одном возрасте, да, сейчас выходят позже, да, почему там размер пенсии такой, а не какой другой. То есть надо понимать, что это отстаивалось не на кухнях, да, и не в барах, и там не в разговорах за чашечкой кофе, это отстаивалось все на улицах. И поэтому без активности людей никуда не деться. Но активность без пункта номер 4, да, уже понимание. Да. В-третьих, нужно понимать, что вот эта активность, она опять же должна не просто как бы быть стихийной. То есть если стихийно возникает, значит, очаг недовольства здесь, там, в третьем, в десятом месте, то машина... Репрессивная машина, она может с легкостью подавить каждый отдельный из этих очагов. Если у нас не будет массовой, активной организации, то у нас опять же ничего не получится. И в-четвертых, если у нас эта организация, да, если члены этой организации не понимают, что вообще происходит, если каждый, даже низовой член, не понимает, что происходит, то очень легко либо уничтожить этого лидера, либо подкупить его, ну и... Капитализм очень хорошо с этим уже умеет справляться. И задача кружков в том, чтобы у нас уже в самом фундаменте нашей партии люди понимали, ну, не обязательно там всем быть теоретиками, да, там всем читать науку логики Гегеля, да, и свободно общаться на латыни. Не об этом речь. Речь о том, чтобы об уровне, который достаточен для понимания действительности. Он, естественно, может варьироваться, но общее понимание должно быть. Рауф, у тебя очень интересная профессия. Ты бухгалтер. То есть ты человек, который с механикой капитализма знаком не снаружи, а изнутри. Я не встречал, наверное, они существуют в природе, я не встречал бухгалтеров-коммунистов, бухгалтеров-марксистов. Что тебя привело к твоему мировоззрению из этой, казалось бы, навсегда связанной с капитализмом области деятельности? Ну, бухгалтером я работаю давно, уже лет... Собственно говоря, с самого окончания института, это в 2008 году, уже 10 лет. Но привело меня, естественно, просто меня привело не совсем это. То есть я изначально, поскольку я был экономистом, да, поскольку я был бухгалтером, я был в силу специфики нашего буржуазного образования, я был вообще политичный человек. То есть вот эта вот аполитичность... Если я не ошибаюсь, Садонин, по-моему, тоже об этом говорил,
это вот продукт вот этого современного образования. То есть человек, который считает, что это все не про него, что это его никак не касается, и то, что там происходит, это происходит там. Вот. И что случилось? Меня заинтересовал вопрос о теории эволюции, и я прочитал Ричарда Докинза, такой известный позитивист, антимарксист, кстати. И получается, я на тот момент вот стал таким поборником такого вульгарного атеизма, знаете, да, там, который при любой возможности, да, там начинает переводит разговор в русло, есть Бог или нету. Вот. Но помимо этого, там вот этот позитивистский научный метод, он включает такой момент, как проверяемость. То есть мы должны подходить ко всему научно. И я постоянно спорил, значит, с марксистами, да, я считал то, что коммунизм — это вот что-то вроде религии, и то, что коммунисты просто верят в какую-то устаревшую фигню. И когда меня спрашивали, а ты Маркс-то читал вообще? Я говорю, нет, зачем мне читать какую-то устаревшую ерунду? И зачем мне читать там Библию или Коран, если я вижу то, что там знаю, то, что это... Что внутри. Да. Зачем мне это делать? Зачем читать Коран, если я и так знаю, что там внутри и что там ничего хорошего нету? И постоянно вот спорил как раз с марксистами в сети, и вот они мне постоянно вот это говорили. Ты же не читал Маркс. Потом я подумал, ну а что я, глупый что ли какой человек? Сейчас я прочитаю Маркса, найду ошибки и сделаю марксистов на их же поле. Не получилось. С тех пор я читаю Маркса. Сколько народов в кружке Энгельс, сколько отделений, где вас искать? Расскажи напоследок, чтобы люди знали, куда им идти за диалектическими категориями. У нас существует несколько онлайн-кружков и существует несколько офлайн-кружков. То есть онлайн-кружки — это в первую очередь кружки по диалектике, у нас их 3 штуки. Потом есть кружок по изучению Гегеля, есть кружок по изучению античной философии, есть кружок по изучению буржуазной философии, есть онлайн-кружок, онлайн-кружки по изучению Ленина, они недавно стартовали, говорят очень интересно, я, к сожалению, не могу по причине занятости в них тоже участвовать. Это все скайп, голосовые конференции, что это? Да, вы можете зайти на наш паблик ВКонтакте, Энгельс, и там есть справа, есть форма для того, чтобы оставить заявку, да, если вас это интересует, и выбрать там интересующие вас кружки. Есть также офлайн-кружки. Недавно появился у нас кружок Фрауэн, прошу прощения за мой немецкий, свободные женщины. То есть это кружок по женскому вопросу, он у нас вот так немного особняком стоит, но перспективное направление, на наш взгляд. Потом есть кружки по изучению Ленина вживую в Москве. Есть просто кружки, ну, такие они скорее там диалектические, что ли. Пока проходит диалектик, но потом будет проходить политэкономия. Это тоже живой есть кружок в Москве. Ну, есть, кстати, кружок агитпропа. Серьезно? Да, я его веду. Это, получается, ваши сторонники, которые создали года 2, по-моему, назад телеграм-канал агитпроп. Вот там они сначала пробовали сделать в текстовом формате обучения, но что-то там не склеилось, и вот они решили перейти на онлайн-формат. Вот. И пригласили меня, чтобы вот я там как бы у них им помогал вести. Вот. Сейчас мы закончили как раз диалектику, после Нового года переходим к политэкономии. Кружок хороший, но, как и везде, есть проблема, то, что в конце концов остается мало людей, но мы к этому как бы спокойно относимся. Вот. Один человек, кстати, будет теперь уже сам вести кружки. Интересно. Ну что ж, надеюсь, кто-то к вам придет, хотя вы не всякую новую кровь готовы принять, я так понял, что вы достаточно избирательны. Да нет, почему? Мы любой. Постучиться и возьмете, и займете. Да будет так. Кружок Энгельс, Рауф Фаткуллин, огромное спасибо. Поговорим как-нибудь еще. Надеюсь, что не в последний раз. Вам спасибо большое. Счастливо.